Мой взгляд, это мой взгляд, а турнир расставит все по своим местам. Турнирный путь Скраба был тернист. И наконец он добрался до... Как Ларон уж очень много стоит в блоке. Как бы ему это не аукнулось. Ох-ох-ох, unblockable. Что происходит? Бросает Скраб. Бомба, о боже мой, нет, какую-то ерунду делает. Сделал бы нормальную комбу, уже бы выиграл. Сделал бы нормальное наказание, не потребовалось бы делать эту ерунду. Но... Что делать? Рока неплохо пользуется. Еще по игре с Брэндоном его мы помним, как он хорошо пользуется. Ох-ох-ох, это могла быть стенковая комбо, наверное. Хорошая, осторожная игра от Фихра. Дебаггеров только нажирается. Неприятных. Чем явно Скраб намерен воспользоваться по полной. Так хорошо, аккуратно Фихра все играл, и вот эти дебаги поломали программу в его голове. Скраб-то делает хорошие комбы, бросает, летит в воздухе. Токсикан. Скраб все знает, все по науке у Скраба. Да, 2-1 пока в пользу Скраба. Фихранасма. Рокаларон. Ты не можешь проиграть. Взгляды всех игроков Soul Calibur устремлены сейчас на тебя. Они... Не простят тебе, если ты отдашь победу Скрабу. Демон, говорит он. Скраб настоящий демон просто. И даже в ультру сейчас вылезает. Ну что ж, Рохка сводит все к последнему раунду. И здесь ему, как и в случае с Крутаком, надо собраться. Он должен отожрать всякой ерунды, видимо, он решил, что должен. Не сел под вторым ударом, прыжок, нарывается на каунтер-хит Скраб. Что-то происходит, Скраб жрет хит, бомба. Скраб делает ультру. Рока втыкается. Это бомба, это... Победа? Что это? Что это? Это победа! Победа Рокаларона!